разработаны и утверждены 6 маршрутов. А есть такие вот трекеры спутниковые, не, которые работают не через сотовую связь, а через спутник. Каждая группа получает такой трекер. Значит, он стоит, сам стоит 15 тысяч. 15 тысяч стоит его обслуживание годовое, то есть это вообще дорогая штука. И наш, значит, вот директор лагеря, он в... Отслеживает. Да, он отслеживает в онлайн-режиме, где находятся дети. Основная задача всего. Основная задача сделать так, чтобы научились общаться, так, научились дружить, так, проявили свои лидерские качества, так, научились принимать решения, так, научились отвечать за свои решения. Но все, что инвестируется в детей, инвестируется в наше завтра, для меня однозначно является вот той путеводной звездой, которая явно заставляет двигаться и ради этого, в принципе, работать. Пойдемте посмотрим там лагерь. Мы хотим развивать не только в Карелии, но и в других регионах. У нас говорят, что вот хороший регион — Краснодарский край. Правильно говорите. Поляна абсолютно нетронутая цивилизация. Иногда сюда приходили коровы, которые паслись. И за полтора месяца, знаешь, удалось, во-первых, поставить эти палатки, ТНТ. Это все достаточно легко. Но вот, например, стоят умывальники. Души. Стоят души за ними. Существует гелиосистема. То есть дети все время с горячей водой. Но мало того, что эта гелиосистема дает там воду 90 градусов, есть специальное устройство, которое совмещает холодную и горячую, поэтому дети никогда не могут добро расшпариться. Но самое главное, знаете, обычно кухня. А кухня-то есть? Есть. Кухня, вот наша замечательная кухня. Значит, там газовое оборудование. Пойдем в кухню, начинается всегда все. Нет, я понимаю, вот все, что приготовить, нужно скушать. Холодильников нет? Конечно, да. Ну что, еда всегда свежая. Да. Конечно, согласен. Больше покоя, больше покушать. Я вчера, когда приехал сюда, они сейчас формируют продукты на свое следующее путешествие. Приходит письмо от мамы, которая говорит: замечательно, мой ребенок научился готовить суп. Большое вам, ребят, спасибо за то, что научили его. Но он умеет готовить суп только на 12 человек. Как иначе? У нас страна большая. А сами откуда? Из Москвы. Инструктор Краснодарский. Краснодарский. Кто еще откуда? Школа. Москвичи в основном. Да. Не только мы в Москву едем, но и Москва к нам. Видите, очень важно. Ну что, мы дальше, ребята. Вам всего хорошего. Спасибо. Знаете, вот я не знаю, как пожелать. Я когда был на Северном полюсе, там говорят крепкого льда. А вам как надо говорить? Крепкого сна. В персональном режиме тебе. Давай. Спасибо. Ну зато по снегу не утонете, ребят, как бы, я думаю. Таежники обычно так передвигаются, только там широкие такие лыжи. Ну давайте, ладно, тренируйтесь. Левая нога. Раз, два, три. Молодцы. Перебирались через такие вот бурные реки, потоки. Опять вот. В общем, много испытаний у них было. В целом нравится здесь? Да, очень, да. Очень. Молодцы. Такие счастливые, знаете. Такое ощущение, как будто, не знаю, на каком-то курорте там отдыхаете. Для вас это есть. Вот от этой группы и от всего лагеря, значит, будет небольшой сувенир. Все-таки, все-таки вы были на Северном полюсе. Мы тоже полярники, тоже путешественники. Значит, здесь существует очки. Так. Здесь существует термокружка. Так. Все понятно. Да, здесь существуют трекинговые палки, которые по высоте меняются. В общем, такой набор настоящего путешественника. И специальная, значит, куртка. А как кого защищает она? Она от всего. Она хорошая. Как с комарами боретесь? С комарами? Берешь так, колоп. А я когда... Давай. На шею просто. На шею просто. Давай, супер. А ты откуда будешь? В Карелии-то они более жестокие, чем здесь. Комары, да. Комары, там будет. Да. Я думаю, что дети вообще по определению жестокими не бывают. Я думаю, что задача взрослых сделать так, чтобы у них жизнь в самом деле была счастливой. И детство было по-настоящему. Как сегодня, да, ребят? Да. А сколько дней здесь находитесь? Уже 20-й. 20-й, да. Завтра, мы уже не считаем. Завтра домой? Да, последний день. Конец смены. А на следующий год? Обязательно. Точно-точно? Да, без вопросов. А как они вот встретимся с ними? На следующий год нельзя их прогнозировать, когда они приедут? Нет, что? Они знают, мы Мы спрогнозируем. Что? Доложим вам. В Карелии были в том году. Да. А как тебя звать? Сергей. Тебя? Борис. А тебя? Давай. Не забудь. Всем нужно. Давай. Все, точно договорились? Да, конечно. Возьмите на это, мы встречаемся. Да. Улыбаемся. Походите, представьте, вы здесь.
Кайфу!